Ой, что у меня есть? Это новинки итальянской пряжи, только что вышедшие из конвейера. И это полнейший эксклюзив. Я такой пряжи никогда в жизни еще не видела. И сегодняшний мой рассказ о самых экзотических видах летней итальянской пряжи. Одна из них называется «Лет», а другая «Кристалл». И эти названия не случайны. Я точно не знаю, что по-итальянски обозначает слово «лет». Может быть, это снежинки, вот они тут нарисованы. Может быть, лед. А может быть, я так догадываюсь, у меня ассоциация с LED-лампами. Почему? Сейчас расскажу. Это какая-то фантастическая пряжа. Она усыпана маленькими-маленькими блестящими пайетками. Если приглядитесь, то можно их разглядеть. Ну, а мне они видны очень хорошо. Мало того, что здесь пайетки блестят, так и сама пряжа блестящая. Вот какой у нее состав. 48% хлопка и 52% полиэстера. И полиэстер тут очень-очень блестящий. А сами пайетки микроскопические, примерно 1,5 миллиметра в диаметре. Пайетки расположены довольно близко друг от друга, на одинаковом расстоянии примерно 5-6 сантиметров. Пряжа состоит из разных волокон. Вот это волокна полиэстера. Они очень тонкие, и здесь 3 тончайшие ниточки. В них довольно крепко вплетена пайетка. Она не соскочит. Хлопок тут не мерсеризованный. И вот эта нитка, она сама по себе не очень толстая. Тем не менее, она состоит из 6 тончайших хлопчатобумажных ниточки, почти как паутинки. Благодаря этому нитка очень мягкая. Теперь мне осталось связать образец и рассказать о своих впечатлениях. Кстати говоря, у этой пряжи есть полная инструкция, как за ней ухаживать. Она такая микроскопическая, но я вам расшифрую. Стирать можно в стиральных машинах при 30 градусах Цельсия. И даже можно гладить на очень-очень слабенькой температуре. Расход пряжи 500 граммов для мужских вещей, 300 для женских, 150 для детских. А этот моточек намотан очень плотненько. И здесь 50 граммов, в котором 200 метров пряжи. Используйте спицы 3-4 миллиметра. Ой, это довольно такие толстые спицы. Не знаю, можно ли вязать крючком, тут этого не написано. И вот тут такой образец пряжи нарисован. Если мы хотим связать образец спицами 3,5, 10 на 10 сантиметров, то нужно будет набрать 22 петли и связать 40 рядов. Ой-ой-ой. Не могу сказать о качестве пайеток ничего. С виду они исключительно хорошие и качественные, а вот как они выдержат стирку и сколько раз можно стирать без потери блеска, мне неизвестно. Пряжу LED выпускает знаменитая итальянская фирма Silke под маркой GPTEX. Вот я связала образец из пряжи LED. Вязала я различными узорами. Сначала у меня шла лицевая гладь, потом платочная вязка, а потом резинка 1:1. Пряжа LED, по моему мнению, похожа на свежевыпавший снежок. Вязала на спицах 3 мм, так как рекомендовано. Вязание очень длительное, долгое на таких спицах. Лицевая гладь скручивается очень сильно. Тут обязательно влажно-тепловая обработка после того, когда вещь будет связана.
Платочная вязка мне не очень нравится. Она такая как-то не очень аккуратно у меня получилась. И лучше всего выглядит вязание резинкой. И я думаю, что на этой пряже очень хорошо будут выглядеть ажурные узоры. Цвет пряжи очень симпатичный. Это такое топленое молоко. Даже лицевая гладь чем-то напоминает лен. Пряжа скручена не очень сильно. И поэтому у меня при вязании немножечко цеплялись спицы за пряжу. Но учитывая, что это произошло всего 4 раза, вот пока я вязала минут 15 этот образец, то это, можно сказать, нормально. И с этим можно даже не считаться. Блеск поэток при естественном освещении довольно небольшой. А вот если будет искусственное освещение или на это изделие упадет луч солнца, то, конечно, этот блеск будет гораздо сильней. Некоторая пряжа бывает с очень сильным блеском, а тут все в меру. Очень интеллигентно, красиво и модно. На вязальных машинах я эту пряжу вязать не советую, потому что эти пайетки могут зацепиться за иголки. Если хотите рискнуть, можете попробовать, пайетки все-таки маленькие, а вдруг получится. Еще мне очень хочется проверить эту пряжу, как она выдержит стирку, что с ней станет и как она будет распускаться. И вот этот образец у меня прошел замачивание примерно около часа в жидком стиральном растворе. Потом высох. И что я могу сказать, что пайетки блеск не потеряли. Немножко мне не нравится лицевая гладь, она так у меня и не разгладилась. Наверное, надо еще делать тепловую обработку утюгом, потому что я в холодной воде замачивала. И не очень мне понравилось то, что у меня неровные петельки получаются. Но, скорее всего, это из-за структуры пряжи они такие. А сейчас я расскажу о другой пряже. Называется она Crystal. И у меня есть два образца этой пряжи. Они разного цвета. И выпускает эту марку пряжи Bertagna Filati. Названа пряжа Crystal недаром, потому что здесь внутри пряжи есть маленькие бисеринки. Да и сама пряжа очень блестящая. В составе 60% хлопка и 40% полиэстера. Вот этот моточек намотан довольно плотно. Здесь 50 граммов, в котором 140 метров. Спицы, рекомендованные для вязания, 2,5-3,5 миллиметра. Больше здесь информации об этой пряже не просматривается. Можно сказать, что состав у той и другой пряжи почти идентичен. Отличается только процентным содержанием. В пряже Crystal хлопка больше. Я посчитала здесь 8 тончайших хлопчатобумажных ниточек и 3 тонкие ниточки полиэстера, на которых закреплены бусинки. А вот про бусинки можно тоже кое-что рассказать. Вот у этого серебристого цвета такие бусинки, похожие на гематит. Они сделаны из цельного стекла, они не крашеные, и поэтому они очень устойчивы к химической обработке. А если будем стирать в стиральных порошках, то они, следовательно, будут сохранять свой цвет и будут очень долговечными. У пряжи золотистого цвета совершенно другое качество бисера. Это зеркальный бисер. Он сделан из прозрачного желтого стекла, а внутри
покрыт зеркальным покрытием. И вот тут у меня возникли сомнения, выдержит ли этот бисер солнечный свет и стирку. Тут я ничего гарантировать не могу. Можно только сказать, что качество бисера здесь очень высокое. По моим предположениям, это, вероятно, качественный чешский бисер 15 номера. А теперь пойду свяжу образцы. Я связала образец из пряжи кристалл, и это просто день и ночь. Настолько она мне понравилась. Все образцы узоров смотрятся просто прекрасно. Пряжа в процессе вязания этого образца практически не цеплялась. Только один раз за 15 минут я зацепилась за пряжу, и она расщепилась. Это просто замечательно, вязать одно удовольствие. Брала спицы 3,5 мм, вязать было намного быстрее, чем предыдущий образец. Эта пряжа отличается блеском и элегантностью. Когда я вязала резинку, бисеринки спрятались внутри, и их вообще не видно. А вот на лицевой глади и на платочной вязке все-таки они находятся. С лицевой стороны их можно заметить, они тут присутствуют. По толщине две эти марки пряжи выглядят почти одинаковыми. Однако это кажущиеся впечатления. Пряжа лет все-таки немножко тоньше. Я еще не проверила пряжу на эластичность, хотя тут в воду не гляди, и так можно предвидеть. Пряжа абсолютно не эластична. И одна, и вторая. Это значит, что бесполезно вязать эластичные узоры. Резинки, косы для этой пряжи противопоказаны. Резинка просто растянется, и эластичности у нее никакой не будет. По моему мнению, оба эти сорта пряжи очень хорошо использовать для вязания летних топиков. По толщине, как я уже говорила, они довольно похожи. Все-таки кристалл оказался капельку толще. Вязать можно более толстыми спицами. Если вы внимательно посмотрите на вес, у пряжи лет в 50 граммах 200 метров, а у пряжи кристалл в 50 граммах 140 метров. Но это все потому, что здесь присутствует бисер, а бисер намного тяжелее, чем поэтки. И если смотреть по размерам, моточек лет, он намного более плотнее и больше, чем моточек пряжи кристалл. Хоть эти марки пряжи предназначены для вязания спицами, я все-таки сделала эксперимент и связала образцы крючком. И надо сказать, что они удались на славу. Вязание происходило без зацепок, ниточка не расщеплялась, поэтки и бусинки совершенно не мешали вязанию. И мне даже больше нравится образец пряжи лет, связанный крючком, чем спицами. А сейчас я буду распускать образец для того, чтобы посмотреть, не мешают ли бусинки распусканию. Нет, абсолютно не мешают. А теперь распускаю образец с поэтками. Это означает, что образец распускается хорошо, и если не удалась какая-то вязаная вещь, то ее можно перевязать. Проделаю то же самое с образцом, связанным на спицах. И тут никаких проблем нету. Еще я не проверила эти нитки на прочность, а ведь это очень важный показатель. А это была пряжа кристалл. Она действительно очень прочная. Нет, уродоваться я тут не буду. Пряжа кристалл безумно прочная, если свяжете из нее вещи, то от бабушек они перейдут внучкам. Теперь пряжу лет попробую порвать. Пряжа лет рвется. Приобрести эти марки пряжи вы можете у дистрибьютора.
на сайте 100vol.it. И если вы введете промокод, который указан под видео, то вы еще сможете получить дополнительную скидку. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!